Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигрятки. Сегодня с вами снова я, тигр Надя. Я сегодня получила такую большую посылку, что я не могу не поделиться этой радостью. Тем более, мне эту посылку прислала Лиза из Ленинградской области. И вы уже видели как-то по весне то чудо, что она мне прислала. И сейчас я от второй посылки просто в шоке. Лиза, я не знаю, ты меня ставишь в неловкое положение, я не представляю, как я на все это отвечу, но ты мне подарила такое счастье, счастье, которого мне всегда не хватает. И я не знаю, как тебя отблагодарить. Давайте просто вместе распакуем это все, потому что я еще ничего не видела, и только это все выложила на стол, и теперь хочу вместе с вами все это рассмотреть. И меня так интригует этот плакатик. Сейчас посмотрим, что это такое. Это же, наверное, плакатик. Или это... Это, наверное, скраб штуки. Да, посмотрите. Какая красота. Сейчас. Здесь два листа. Посмотрите, какая красивая. Тут разные надписи. Лучшие друзья, большие деревья, маленькие дети. А тут фактурное у нас что-то красивое. Причем это не два листа здесь. Здесь несколько. Посмотрите, какая красота. Ой-ой-ой, как красиво. Тут три листа. Ой, какой цвет красивый. Как чайная роза. Безумно красиво. И золотой. Да. Золотой. Очень красиво. Какая интересная бумага. Интересно, что это за бумага? Правда, я вот не знаю, как называется. Такой вот не формат, а вид бумаги фактурный. Итак, поехали дальше. Здесь у нас такой Irish Cream. Это у нас энергетический напиток. Да, кофейный, кажется. 185 калорий. 23 витамины и минералов. Ой, потрясающе. Обязательно попробую. Даже наклеечка такая здесь классненькая, бантиком. Вот, такая вот штука. Это для... забыл, как называется. Ну, в общем, для стакана такого. Умная еда. Так что вот такой вот коктейль. Очень симпатично выглядит. Обязательно попробую. У нас здесь есть вот такой вот пробник. Первый раз вижу такую фирму. Долива. Олива. Гидрокер. Это супер увлажнение, как я понимаю. Затем у нас есть еще пробник от Ифраше. Вот такой вот антивозрастной. Я думаю, он моей маме подойдет. Может быть, даже сама попробую. Затем у нас есть еще вот такой вот для лица крем. Затем есть вот такой третий крем интенсивный. У нас здесь есть вот такое вот мыло ручной работы с разными травами. Это у нас такой вот медвежонок здесь. Очень клевый. Очень интересно. Прелесть. Обожаю все натуральное. Так классно. Трехслойное мыло. И оно очень вкусно пахнет, между прочим, хотела сказать. У меня как раз мыло заканчивается. У нас здесь еще есть от Натуры Сибирики дневной крем для лица, для чувствительной кожи. Также у нас здесь от Ив Роше вот такой вот крем есть. Обязательно потом все почитаю, разберусь. Хочу сейчас быстренько вам все показать. Здесь у нас связка из трех чаев. А у нас здесь английский завтрак от Ахмати. Потом у нас здесь Тесс. Нет, здесь у нас 4 чая. Гринфилд, кажется, шоколад и мята, и последний у нас мята и Current End на основе индийского чая. Вот, вот такие вот чаечки у нас здесь вкусные. Далее у нас здесь идут вот такие вот не вырубки, ну, скраб полезности, скажем так. Вот. Дыракольности. Да, дыракольности. Вот. Очень хочу тоже себе приобрести. Дыракол круглый, чтобы делать из него такие вот разные кружочки. Потом здесь у нас классные вот такие пайетки кружочками разной формы есть. Вот они вообще такие прикольные. Розовые, золотые. Очень красивые.
Затем здесь Лиза положила пайетки, которые я очень сильно хотела. Кленовые листочки. Посмотрите, какие они красивые, перламутровые. Они у нас тут приклеились к Ниве. Ниве совершенно уход, у нас прилетела. Так что вот такая вот прелесть. У нас здесь вот такая вот намоточка ниточек. Вот я забыла, как они называются. Это, кажется, у нас к мулине тоже относится. 5 метров. Я хотела такую взять как раз на Новый год. Она очень напоминает карамельные леденцы новогодние. Затем еще одна моя мечта. Я не знаю, как ты это все угадываешь. Акрил. Вот такой вот золотой, с блестками, весь переливающийся. Посмотрите, какой он потрясающий. Как настоящее золото. Так что с ним можно будет очень круто делать всякие штуки. Золото матовое называется. Потрясающе. Баночка такая большая. Большое спасибо. Это прям вообще бесценный подарок. О, господи, вы посмотрите, что здесь. Да, о, все, меня нет. Меня нет. Считайте, что меня нет. У нас здесь половинка бабочки откуда-то. Я не знаю, откуда она внутри здесь лежала. Вот. Очень тоже красивая. Посмотрите. Я все. Я умерла, меня нету. Маленькие звездочки. Господи. Это же волшебство какое-то. Блестки, да, так и написано, блестки. Декоративные. Используются в косметике. Представляете? О, какая красота. Также здесь вот такой вот был пробник у нас. Тоже эликсир от Эфраше. Затем у нас здесь вот такая скраб-штука. Такая прикольная. Да, можно будет сделать из нее к фолдеру интересное такое вот обрамление. Можно будет пополам так вырезать тоже. Много чего можно будет придумать. Затем у нас здесь вот такой классный лист наклеек с животными. Очень милые. Тут лисичка есть классненькая. Ой, какой красивый рисунок. Такой клевый енотик с кофе. Приели, спасибо. И здесь у нас скраб-бумага. Да, такой вот лист скраб-бумаги. Тоже очень прикольный. Вот. Можно делать как раз-таки драконности из него. Такая вот красота. Далее у нас идет связка наклеек, просто которые я обожаю. Это объемные наклейки. Такие вот леденцовые у нас здесь есть сердечки. О, блестки. Господи, это чудо просто. Блестящие вот такие вот животинки есть. Очень классные. Такие вот с зонтиками осенние. И вот такие вот куртецкие с блестками. О! Красота, правда? Как эмбоссинг. Очень красиво. Я еще не раскрыла вот эту прелесть. Что у нас здесь? У нас здесь буква L. Такая вот красота. Это, наверное, письмо. Письмо в виде книги. Вот это, между прочим, похоже на дерево, но, скорее всего, это такой картон плотный. Мне даже страшно развязывать такую красоту. Вот что значит на самом деле творчество, правда? Что даже страшно трогать, чтобы не испортить. Итак, вы готовы? А-а-а, это блокнот! Представляете? Это такой блокнот ручной работы. Вот это да! И тут разные иллюстрации, на каждой листочке разные. Какая красота. И кармашек для вложений. Боже мой. Какая красота. Здесь можно самое памятное вписывать. Либо делать фотоальбом. Вклеивать сюда фотографии полароидные. Господи, какое чудо. Большое спасибо. Это бесценный подарок, как и вся эта посылка. Мне уже даже страшно рассматривать, что будет дальше. Во-первых, посмотрите, какая здесь красивая открытка. О, господи. Моя мечта.
иметь вот эту машинку для вырубки и самой делать для вас тоже такие красоты, скажем так. Ой, Габриэль, с днем рождения! Ой, спасибо большое! Спасибо большое! Обязательно лично почитаю, не на видео. А теперь у нас здесь просто, просто, не знаю, рай. Во-первых, посмотрите, какие классные стикеры. Один уже отклеился с львенком такой вот. Смотрите, здесь есть мишки, лягушки есть, котятки. Котятки, зайчики, сердечки. Ух ты, красивые какие с рисунком. И есть вот такие животные у нас тут. И не только животные. Ой, прелесть. С котиком классный. И с сердечком, с леденцом тоже. Такая вот красота у нас здесь. Далее у нас тут есть... Ой! Открытка советская. Ха, прелесть какая. Вообще красота. Да, советская. Это у нас, сейчас скажу, 88-й год. 89-й даже, да, 89-й. С чебурашкой. Прелесть в мою коллекцию. Такие вот наклеечки с тигрулей. Мультиками у нас диснеевскими. Затем у нас с котятками есть. Очень классные наклейки. Ой, прелесть. Обожаю запах наклеек. Не могу, просто обожаю. Мишки Тедди. Тоже очень красивые такие. Затем, о, вот такие я еще не видела. С жирафиком. Элен, здесь жирафик есть. Ой, красота. Да, красота. Еще с диснеевскими мультиками. Такие вот здесь у нас. Дональд Дак есть там. Ой, у нас здесь еще стикеры есть. У нас здесь стикеры вот такие вот. Это у нас, как я понимаю, тюлень. Да, тюлень и коала. Затем у нас... Ой, прелесть. Салфетка кружевная. Красивая. Такую я еще не видела. Такая вот вырезка с тыжиками маленькими. Затем у нас здесь... Так, ничего не забыла? Вроде бы ничего. Здесь у нас есть вот такая наклейка с котиком. Здесь у нас есть вот такая вырубка. Затем наклеечка еще с котиками. Наклеечка с мишутками. И есть у нас такая марка. Ой, очень красивая. Красота. Затем у нас здесь еще вырубка. Такая карточка. Ой, сейчас. Тежик. Очень классный. У нас здесь есть, да. Сейчас, секундочку. Вот такая вот вырубка. Очень красивая. Наклейки. Нет, это вырубки у нас. Ручная работа. Да. Затем наклейки в виде марок. Есть у нас вот такие вот разные. Есть просто наклейки. Ух ты! Какая котя! Такая карточка «Любовь». Ай, такая вырубка классная. Обожаю эту фразу. Затем такая. Ой, очень красивая вырезка. «Береги» написано. Так, баночка у нас здесь есть. Да, «Happy Holidays». Так, вот это для ежедневника у нас наклейки. Надписи у нас здесь флажочками. О, какая прелесть. Стикеры с привидением. Ничего себе. Пандочка. Да, вот. Пандочка. И вот такие вот у нас здесь листочки. Ничего себе. Вы только посмотрите на это безобразие. Господи, это слишком дорогой подарок. Я очень хотела этот блокнот. Дорисуй. Я думаю, очень многие знают его. От Эксмо эти блокноты. Красота. У меня нет слов. Лиза, у меня нету слов. Просто.
Я очень тебе благодарна. Очень-очень-очень. Посмотрите, какой он толстый, этот блокнот. Я не знаю вообще, когда я его закончу теперь. У нас здесь потрясающая открытка от Лунатикум. Вот. Причем, вы знаете, я знаю этого человека, Владимир Парыж. Мы учились в одном университете и часто виделись. Вот. И так что получить эту открытку вдвойне приятнее. И вдвойне просто, не знаю, ценнее. Огромное спасибо. Огромное-огромное спасибо. И последний, этот конверт. Я не знаю, что меня здесь ждет. Наверное, письмо. В хорошие руки. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь фолдер. Кажется, да, фолдер. Какая красота! Шейкер. Шейкер с блестками голографическими. Смотрите. Ой! Они там переливаются. Так, как бы это все развязать? Вот так, наверное. Опа! Оп-оп-оп. Господи, Лиза, у тебя золотые руки. Тебе надо открывать свой магазин и радовать людей. Ой, какая прелесть. Не могу я. Здесь чай у нас марокканский. У меня мама любит такой чай. Такой она не пробовала, но я знаю, что она любит марокканский. Я думаю, она будет рада, я ее угощу. Здесь у нас письмо в конвертике. А здесь у нас мелочи. Ничего себе мелочи. Так, во-первых, у нас здесь целая куча разных наклеек, как я понимаю. Акварельные разные вырубки на тему ботаники. И тут у нас чуть отклеилось пергамент. Вот. Здесь у нас тоже наклейки. Здесь, ух ты, здесь у нас наклеечки тоже на ботаническую тему. Прям то, как я люблю. А здесь у нас скотчи. Вот они, скотчики. Тоже на ботаническую тему. Давайте посмотрим мелочи. Мелочей здесь действительно много. Здесь у нас вот такие вот вырубки, карточки. Ой, какая прелесть. Смотрите, какая прелесть. Какой листочек, посмотрите. Нежный-нежный. Здесь у нас стек. Такой вот. Такая карточка плотная. Как закладка. И вот такая закладочка с листиком. Так, я постараюсь вытащить письмо. Потому что здесь, кажется, не только письмо. Да, и здесь вот такое вот письмо у нас. А в письме у нас, сейчас скажу, открытка. Ой, какая красивая. Смотрите, какие у нее края. Очень красивые. Большое спасибо тебе. Большое-большое спасибо. У меня просто правда нет слов. Я сейчас в огромном шоке. Я уже думаю, как я тебе буду отвечать. Я очень постараюсь к Новому году уже подготовить для тебя ответ. Если что, он будет тогда после Нового года, если вдруг я не успею до. Вот, но я уже начну его готовить для тебя. Огромное спасибо за ту радость и за то счастье, что ты мне сегодня подарила. И теперь меня хватит надолго. Вдохновение будет просто бесконечным. И спасибо за твою любовь, за твое внимание. И вообще за то, что ты есть в моей жизни. Я очень мечтаю, что в следующем году мы с тобой увидимся. Я обязательно приеду в Питер. Вот, либо ты приезжай в Смоленск. Я тебе покажу наш город. Вот. Дарите радость друг другу, ребята. Посмотрите, как это классно. Просто из каких-то мелочей собирается вот такая радость.
Так что всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Всем пока-пока.